Мы очень рады, что сегодня открывается Нарвская школа точных наук, на которой мы вместе с городом, с муниципальными властями, с городским собранием Нарвы работали практически целый год. Сейчас подано порядка 200 заявлений в эту школу. Мы очень рады, что это по существу комплексный проект. Получается так, что город тратит свои деньги на горожан. Эти создают рабочие места, потому что работать в этой школе будут прежде всего нарвские учителя, вернее, даже так, исключительно нарвские учителя. Дети горожан пойдут в эту школу, то есть получат за свои налоги дополнительные знания на русском языке. Что касается Института Пушкина, нам очень приятно было создать такую школу, потому что это входит в те задачи, которые мы стараемся решать. Это прежде всего образование на русском языке. Такая школа подобного рода существует в Таллине. Сейчас мы открываем в Нарве. В планах у нас Тарту и Палски.